Новый год – время сюрпризов, в том числе и съедобных. К праздникам в Беларуси выпустят почти 2 миллиона сладких подарков. За производство шоколадных конфет взялись «Коммунарка», «Спартак», «Слодыч» и, конечно, «Красный пищевик». Кондитерская фабрика ежегодно радует клиентов необычным оформлением и сезонными хитами. Специально к праздникам создают сладкие рожки. Глазируют их вручную. За смену создают 2000 десертов. Ванильный зефир в шоколаде, клюквенные конфеты «Белорусочка» и сборные боксы. Все эти лакомства в новогодней обертке можно найти в магазинах «Красного пищевика». Голубой, красный, зеленый, золотой. Подарки в праздничных цветах порадуют даже самых взыскательных сладкоежек. Перед Новым годом пользуется спросом наш зефир ручной работы. Бобруйский одуванчик, фантазия и грибы. Отличным подарком станет и натуральный крем-мед. Вкусы от классического до ягодного. Тем более новинка удостоена гран-при бизнес-премии «Лидер года 2021». Награду в номинации «Производство кондитерских изделий» получило и само предприятие. Продукт уже оценили в России, Украине, Казахстане и Узбекистане. Для нас большая честь, что нашу линейку крем-меда отметили на премии «Лидер года». Конкретно гран-при получил крем-мед с имбирем и лимоном. На сегодняшний день «Красный пищевик» является единственным предприятием на территории Республики Беларусь, которое производит этот инновационный продукт. «Красный пищевик» – бренд, известный в разных уголках планеты. Фабрика специализируется на выпуске зефира, мармелада, пастилы, халвы, конфет и риса, меда и ореховой пасты. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 20 тысяч тонн кондитерских изделий за год. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.